Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня я вам покажу, как зимой купать собаку. Ну, во всяком случае, как это делаю я. Я понимаю, что там для Краснодарского края, может быть, для Москвы это и не подойдет, потому что отсутствие снега. Но в Сибири мы это поступаем вот следующим образом. Берем щетку, вычесываем собаку, потом валяем ее в снегу. Ну, давайте перейдем, как это делается, собственно говоря. Я это делаю, не напрягая собаку, почешу маленько, потом его промотивирую, потом опять почешу. Обязательно с собой должен быть кулечек, который вы складываете шею, чтобы она не валялась. Но не буду сейчас на камеру полностью прочесывать. В течение 15-20 минут мы вот так вычесываемся. Собираем всю шею в мешочек, да. Уносим ее с собой, не оставляем грязь нигде за собой. И после чего я просто его полностью вываливаю в снегу. Как это делается, но я думаю, что это излишне показывает, но давайте посмотрим. Можно это сделать подольше, я просто, чтобы вы поняли. То есть вопросов задавали много на тему того, как помыть собаку зимой. Вот один из достаточно приемлемых, хороших вариантов. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.